В этом видео расскажем о ежедневных привычках людей, совершать которые натощак ни в коем случае нельзя. Эти действия, совершенные натощак, негативно сказываются на нашем здоровье, снижают продуктивность в течение дня и приводят к серьезным заболеваниям. Утренний кофе. Никто не говорит о том, что нельзя пить кофе по утрам. Однако, этого не стоит делать на голодный желудок, ведь это провоцирует выделение избыточного количества желудочного сока, что нарушает процесс пищеварения, раздражает слизистую желудка, приводит к постоянной изжоге и гастриту. Перед тем, как пить кофе, нужно выпить хотя бы стакан воды или что-нибудь скушать. Но кофе лучше пить не сразу после пробуждения ото сна, а спустя 2 часа. Организм должен проснуться естественным образом. Это очень важно. Бодрость должна нарастать постепенно, а прием кофе мешает запуску этого механизма. Выпивая кофе через 2 часа после пробуждения, такая стимуляция нервной системы безопасна и даже полезна, так как в организме уже присутствует большой процент кортизола и физическая активность на высоте. Курение. Эта привычка, конечно же, вредна сама по себе, но на голодный желудок она становится еще в разы вреднее. Никотин увеличивает количество выделяемого желудочного сока, что также приводит к раздражению и разрушению стенок желудка и кишечника, а впоследствии к гастриту и язве. Алкоголь. Ни в коем случае не прислушивайтесь к советам о том, что похмелившись с утра, вам станет легче. Алкоголь на голодный желудок гораздо быстрее попадает в кровь и вызывает сильное опьянение. Также токсины при этом очень долго выводятся из организма, что приводит к сильному похмелью и дает большую нагрузку на сердце, почки и печень. Таблетки и лекарственные средства. Если в инструкции не сказано, что пить лекарство нужно на голодный желудок, то делать этого не стоит. Особенно это касается противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Принимая их натощак, снижается их эффективность, а также это может привести к возникновению кровотечения в желудке. Жевательная резинка. Ни в коем случае нельзя жевать ее натощак. Дело в том, что вещества, которые содержатся в жвачке, когда смешиваются со слюной, повышают кислотность желудка, увеличивают количество желудочного сока и приводят к нарушению кислотно-щелочного баланса и гастриту. Вообще не рекомендуется жевать жвачку дольше 10-15 минут. Сон. Многие думают, что ничего не есть перед сном полезно и способствует похудению. Однако это не так. Из-за голода вам будет тяжело уснуть, сон будет неполноценный, а утром вы съедите гораздо больше калорий, чем если бы вы были сыты перед сном. Перед сном нужно хотя бы выпить стакан молока или кефира. Спорт. Тренировки натощак значительно менее эффективны. Мышечная масса хуже набирается и жир сжигается дольше. Перед тренировкой за 30 минут нужно обязательно перекусить. Берегите себя и будьте здоровы!